Фолд, скотина хитрая, он знал, что я его отслежу. Надо смотреть в оба и обойти все ловушки. Авось, прихлопну чертову крысу. Чувачки упакованы и готовы к драке. Деньги Блюма, чего ж там. Попробую просочиться мимо них. Следишь за мной, да? Ничего, зайка. Я уже иду. В том видео Дефолт был наверху. Ну и где он? Зря ждем. Да придет. Че ты? Подтверждаю, это Кинни! Дефолт хочет запись. Да, что-то не ладно. Она начнется. Следи за радостью. Я проверю. Хрен ему. Я лицо сидит. Его лицо. Продевали. А ты его без маски видел? Нет. А ты? Нет. Мочини, мочини! О, нет. А может быть, он баба? Да нет. Он стопудов мужик. Да. Да блин, видно ж все. Ищем дальше. Там глянь. Ушел. Дальше.
прикрою. Сейчас спокойно найдем выключатель. Хорош мне мозг выносить. Что это? Прекрасно! Я взглянул. И вот? Конь бледный. И на нем всадник. Паскуда! Рейкиния. И ад следовал за ним. Больной. Ты, похоже, взрослеешь, Рэй. Пошел нахер, Дефолт! Сэм Дженнингс. Поговорим об этом. Еще как, когда найду тебя. Видишь, я тоже творец. Иди ты в жопу! Thank you.
всех нашел, да? Полиция считает Реймонда Кинни, работника Bloom Industries, причастным к блэкауту, в результате которого погибло 11 человек. О мотивах Кинни не сообщается. Нет! Нет! Это Конева! Все было по-другому! Ты! Ты убогий, сраный психопат! Небось дрочишь! Пошел ты! Сука! Сдохни! Черт! Самоубийство, сказали они. Но за ним следили. Если бы не блэкаут, он был бы жив. Убил его ты. Убийца. Убийца. Я просто хотел всех предупредить. Сказать людям о том, что им грозит. О том, что система может вырубить всего один человек. Потом семьи жертв обнаружили на своих счетах крупные суммы. Это ты пытался убить Кассини? Я хотел как лучше. Так и будет. Обещаю. Yeah.
всем рулит дефолт. Я еле ушел. Но хоть ясно, чего он бесится. И чего? Блэкаут. Тогда его брат погиб. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. Слышь, в башню больше нельзя. Так что мне придется готовиться к худшему. В смысле, будем? Я уже стольких убил, Фрюер. У меня вся жизнь сплошь борьба, а не пропаду. Помощь нужна, но просить я не буду. Ты меня не бросил, я не брошу тебя. Хм, опять лекарство от страха? Нет, хорош. Я выкинул все в мусорку. Пережду, пока ты не вернешься в башню. Эй, Фрюер, спасибо. Дефолт тормозит, но это ненадолго. Метод «концы в воду» уже не сработал. Блин, придется довести дело до конца. Внимательней. Пора. Ты готов? Да. Выезжаю. Что-то у меня нехорошее предчувствие. В жизни нет ничего бесплатного, если ты не из тех, кто хватает и бежит. Блин, крысиное отродье. Ладно. Хочешь по хардкору? Не вопрос. Ваша гнида сраная! Отключает всю защиту! Сейчас сюда набегут! Найти его, прикончить и забрать, что унесем. Реально, у нас сплошные потери. Это еще что? Да наверняка ловушка. Черт, хрен сюда поберешься. Как он живет в этой дыре? Живо в серверную, пошли! Же. Разборки устроим потом, ладно? Дефолт в моей системе. Есть, но из-за моих модификаций возможна перегрузка системы. Иди в центр управления и сделай возможное невозможным. Иду. Так, мне дефолт. Тебе центр управления. Рэй! Рэй! Они близко! Блин!
говори. Ну, я все улучшил. Это мы еще проверим. Может, тебе добавки отсыпать, а? Рюр, да ты мастер! Погоди, крысёныш. Рэй, кажется, еще устранители. Понял, я разберу. Что там? Такое ощущение, что все уродцы в интернете объединились в одного. Супер-мега-уродца. Он меня ломает по браку и при этом издевается. А что такое ламо рукожопое? Черт! Если будет тяжко, делай ноги! Самый ум... Будет больно!
центр управления, обсудим варианты. Выдвигайся. Стой на месте, сука! Блин, ладно, ладно. Лови, ответим. Что? Я не могу. Не ссы ты. Лови момент, чел. Представь, что ты шпион из этих твоих комиксов. Да пошел ты, Рэй. Готово? Готово. Обоих? Да, да. Обе цели устранены. Так, ясно. Притащишь дефолту трупы. Адрес пришлю. Кто так подражает? Ты бездарь. Слышь, он клюнул. Готово. Иди ты. Так, зацепили крысу. Удачи мне. Я пойду с тобой. В этот раз лучше я сам, Фрюер. Да хватит, я уже в деле. И как ты сам сказал, я тебе нужен. Да не гони, я явно сказал не так. Ладно, попробуй пробить это место. Встреча там. Лады. Как доберемся? Придется долго искать вход, так что разделимся. Что-то пойдет не так. Затихарись и не высовывайся, ясно? А я буду их отвлекать. Может, хватит? Что хватит? Хватит постоянно меня защищать. Слушай, я... Нет, ты послушай. В моих проблемах не только ты виноват. Методы у тебя спорные, но намерения-то вполне однозначные. Это я к чему? Ты мне ничего не должен, Рэй. Закончил? Да. Круть. Тогда ищем вход. Чё найдёшь, позвони. Я на связи. Привет! Я говорящий лось! Меня сделали голодающие дети-рабы в нищей стране! Весело, да? Рэй, я нашел планы этого места! Все для тебя отметил. Встретимся там. Прикроем эту лавочку.